ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Мышка для кошки может стать лучшим другом. Вашу кошку может развлечь умная мышка. У домашних питомцев появился собственный робот. Выглядит кибермышь, как игрушка с пушистым хвостом. Она может передвигаться по дому, убегать и прятаться от вашего кота или кошки. Даже если они случайно оторвут мышке хвост, можно заменить его на новый. Он есть в комплекте. Управлять мышкой можно с помощью приложения в смартфоне. Каждый хозяин может настроить ее, учитывая пожелания своего питомца. А знаете ли вы, что... Высшее образование теперь могут и собаки получать. В Америке пес-поводырь по имени Гриффин окончил университет и получил диплом о высшем образовании. Его хозяйка, девушка Бриттани Хоули, передвигается на инвалидной коляске, поэтому на занятия она ходит вместе с собакой. Гриффин открывает ей двери, включает свет, подает предметы, словом, помогает во всем. Сама Бриттани получала в университете образование в сфере эрготерапии. Так по-научному называется ежедневный уход за больными. В университете сочли, что Гриффин тоже таким уходом занимается и освоил науку на отлично. Дипломы о высшем образовании получили и хозяйка, и собака. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Грязные кроссовки? Теперь это модно. В Париже выпустили кроссовки, которые идеально подходят для грязнуль. Это обувь идеально белого цвета с нанесенным специальным рисунком. Выглядит все так, как будто хозяин белоснежных кроссовок топал 2 километра по бездорожью и лужам. Очень реалистично. И по сравнению с обычными кроссовками, специально грязные в магазине бросаются в глаза. Выпущены они ограниченной серией, и покупатели уже записываются в очередь, чтобы их купить. Цена в пересчете на рубли составляет около 50 тысяч. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.